Hey, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. В прошлой серии мы прошли с вами сердце за Лазариса. Да, где это? Стрелка. Вот, за Лазарис. Теперь у нас с вами открылась Мэгдален. И несколько еще челленджев. Но у нас рандом. А в следующей серии мы уже посмотрим, может даже сыграем с вами и в челленджи. Поэтому погнали. И кто же это у нас будет? И... Азазель! Есть! Азазель! Так, ладно. Сразу... надеюсь, что-то годное. Дамаг. Ну... Блин, хотя... Для Азазель это норма. Эксель, Эксель именно. Уровень. Вот видите? Эксель... Хех. Давай, и там еще дамаг. Давай. Дамаг, дамаг. Ну, зарудыш. Короче, что она делает? Давайте я возьму. Когда по нам попадают враги, в стороны летят наши слезы. В данном случае у нас слезы это лучи. Ну, сера. То есть мы будем стрелять серой. Ну это как, знаете, вот только голова, допустим, не голова Айзека, плохой пример. Банка со слезами. То же самое. Вот, вот, вот. Вы только что увидели. Блин, я, конечно, тупанул. И попался под удар. Ну ладно, с ним не бывает. И не бывает. Сейчас, конечно, и боссы будут у нас тоже двойные. Сейчас лучше полетать, поискать какой-то дроп. Вот камешек. Вырываем. Можно сердце восстановить. О, отлично. Черное сердце восстановлено. Можно, но мы все равно знаем, где босс. Давайте полетим тогда и в другую сторону. В поисках шипастой комнаты. Нам нужна срочно шипастая комната. Так, ключ. Для Азазельки, если честно, вот этот вариант типа... Серьезно, ни одной монетки. Вот это Excel уровень отличный. Во-первых, две золотые открытые комнаты. Даже при получении урона мы... У нас не будет сброшена сделка. Это отлично. Ну плюс, блин, сама цель полет. Ну, видите, враг уже тормошение минус один. Забираем все. Только я не понимаю, почему. Где моя сделка? 100%. Так, след. А где сделка? По идее, в Excel раунде у нас должна быть сделка. Либо я чего-то не понимаю, либо что-то пошло не по плану. Кажись, это второе. Все пошло не по плану. Pills. I'm full. Перца мне не нужны. Давай, монету хотя бы. Спасибо, и пока. The fool. The fool. Мне бы если... Хотя мне не нужно, не нужно, не нужно. Мне нужен дамаг, только дамаг. И желательно побольше... Дамага и дальность атаки. Чё это за бред? Почему они такие быстрые? Или я медленный? Да не, у меня скорость нормальная. Черви стали быстрее. Так апдейта не было. Странно. Ну ладно.
минус, минус, минус. Плюс бомба. О, золотая комната. Давай, дамаг, дамаг. Либо ножницы, дамаг или ножницы. Трубочка. 25 дамага наносит врагам. О, 25% дамага. О. Минус карандаш. Точно предмет для меня. Отлично. To Diamond. Давайте еще полетаю. Если нет. Ладно. Пипец-то здоровенный. Если ты не достал. Из него пилюлька выпала роста. Да? Да. Пилюлька роста. Ладно, давайте тогда все-таки пойду я на арену. Открою вот этот. Убить их можно где-то... Ну, блин, подумайте, в процентах отнимается просто хп. Или 25% дамага всем. Вот мук, он, кажется, черных убивает моментально. Давайте даже проверим. Ладно. Да и таких тоже убивает прилично быстро. Что я сейчас делаю? Дюк монет. Магазин где? Магазин тоже здесь рядышком. Lovers. The Lovers. Погнали, может там сейчас еще найдем одного, которого можно взрывать. Хотя, я так подумал, я лучше автомат заполню. Должно хватить. Готово. Так. Тебя. Тебя. Все. И хватит на следующий этаж даже. Ого, какой-то меткий. Так, кусок мяса, хорошо. Отлично. То чувство, когда у тебя ни одного красного сердца. Да, блин, и только началась. Давайте я лучше райскую комнату буду пытаться открыть. Хочу. Там голова очень прикольная вещь. Да блин, я бы и от этой записки не отказался. Две классные вещи. Ну ладно. Знаете, у меня сейчас в руках два предмета на то, чтобы минус... Ай. Минус КД, короче, на предмете. Плюс у меня ну, этот, генератор, который перезарядку уменьшает, кажется. Либо батарейки дает. Так, ладно, убью твоих дружков. Ну, хотя бы карта. А, Хёртмен. Стоп, Хёртмен. Это магазин. То есть я могу сейчас сэкономить. Почему бы и нет? Сейчас бы попасться на этих... Блин, походу да, я просто давно не играл. Хёртмен. Полетели. Поехали. А, пауки типа не задамажились, пока не приземлились. Класс. Детонатор. Я могу получить 5 бомб на халяву. Yeah.
Ради бомб. Чисто ради бомб. Подарок. Так, перечим подарок. Теперь мне нужны деньги на подарок. Подарок довольно хороший предмет. Очень хороший предмет. Я его использую, когда мы с вами зайдем в райскую комнату. Короче, этот предмет, ну, этот подарочек. Так, сразу минус ЛПшных. Воу, я еще в золотую комнату не заходил. Так, поехали. Здесь очевидно, что возьму. Здесь, в принципе, очевидно то, что я возьму. Тебя я возьму. Я просто не хочу брать подарок из-за того, что он активка. Врагов разнесу. Ух, новый предмет. Поставка для двери. На самом деле прикольный предмет, типа не закрывает нам двери. С какой-то стороны мы можем, нас могут типа оттолкнуть. И мы залетим туда, куда нам не нужно. А либо можно, знаете, типа, мы зашли в угол и оттуда просто бежать. Так, это дикая кокулька. Дикий кокулек нужно убивать осторожно. Такс. Унификейшн, предмейшн. А, все равно к туму обратно. А, херушки там. Блин. Тогда мне придется без пера туда идти. Ладно. Открой его здесь. Херня. Открой, тогда тебе я здесь. А я хотел халявный предмет хороший. Зашли бы в райскую комнату, из райской комнаты бы мне шмотку дали. Если... Давай прыгай. Минус. Плюс дамаг. Отлично. Ну, игра пошла. Все отлично идет игра. Не знаю, почему у меня так именно прибавляется дамаг. Так, пилюльки. Но я успел взорвать. Ой-ой-ой. Ой-ой, что за пилюлька? Фигня. Не, ну... Вот этот предмет жесткий. На любой стадии игры. Особенно в начале, просто бомба. Так, ключи, золотая комната. Это у нас какой первый этаж, хорошо, некрополис. Голова мне не нужна. Пипец, нахера тролль бомб. Не-не-не, мне нужно минус КДНС на активке. Минус КДНС на активке. Ух. Не страшно. Не страшно. Блин, было бы прикольно, если бы мне благодаря маске выпал бы это сердце. Хотя половинка бы.
компенсировал бы потерю ХП. Больше карт. Такое. Азазель, Азазель, Азазель. Тихо. Говнюк. Так, ладно, магазин. Батарейка. Батарейка. Нужна ты батарейка, не нужна. А, счастливая бомба. Плюс 5 бомб. Плюс 5 бомб, теперь я сверкаю. Какой счастливый. На превью, может, даже пойдет. Блин. Дальше. Так, паучок. Бомбы. Так, наконец-то босс. Я везде был, поэтому... Минус. Почему-то я чувствую, мне не судьба вообще побывать ни в одной из комнат. Ну, в адской, ладно, я уже был. В райской. Оу, Виктирс. Большие слёты не для меня. Так, это херня, хотя зайти можно. Так, спавнит всего по одному. Блин, лучше бы он разные сердца делал. Так, минус. Монетка выпала. Изи, все, можно заходить в магазин будет. Да и где был? Где я был? Стопы. Ладно, возьму тебя. Там из меня. Нифига ты быстрый. Ты что, дурачок? А чего вы ускорились так жестко? Два странных. Да ладно, тут что, магазина не будет? Ну ладно. Одна из них это с кубиком карт. Одна из них это с кубиком. Ладно, плюс еще ключ. Считайте, я купился, ладно. Тихо. Тогда внизу это будет библиотека у нас. Богатая библиотека. Теперь нужно по-настоящему рели найти мне, если есть, комнату. Какую-нибудь хотя бы. Так, бомбу заюзал, бомбы и дали. Не, рука... вон она, что там, оказывается, сразу несколько рук упало. Я думаю, почему я не смог замансить? Отлично. Надеюсь, там сделка. Two hearts. А, Тухарс тоже норма. Посмотрите. Нет, магазин есть. Хе-хе-хе. Короче, перезаряжает на одну, когда мне дают дамаг. Либо я могу уходить с двумя картами. Хотя я могу купить и то, и то. Так, а карта у нас неизвестная, ладно. Ладно, куплю тебя.
Так, сделка. Ага. Значит, я все-таки могу только одну брать. Ладно, куплю тебя. Куплю тебя. Взорву тебя. Уйду от вас. Карту возьму и идемте дальше. Контракт. В принципе, не, контракт не работает у мамки. Потому что она нога нападет на меня. Я вспомнил. Давай, вещь, вещь, вещь. Бум. Но не вещь. Ладно, рукообразные лапки. Отлично, батарейку берем, заходим, убиваем. Отлично, получим рукав. Кокулька. Раз сердце красное. Два сердца красное. Тебя и не убить, да? Тебе мне не убить. Могу дамаг я получить. Блин, не хочу. Да, пойдемте отсюда. Не хочу я. Блин. Вот предмет прикольный, но брать не хочу я. Вот не хочу я. И все. Так, ключи мне уже по сути не нужны. Только может быть там библиотеку по пути найдем и все. Бессмертный гомнюк. Бессмертный гомнюк. Так, lucky up. Налетели. Сработала шляпа моя. Давай, люк, 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 люк. Ладно, плевать. А, я забыл там. Забыл там кнопку нажать. Так, короче, на следующего босса использую карточку. Да. Почему я их так серьезно пробиваю слабо? По сути, они немного хпшные, но пробить я не могу. А, у меня еще какой-то предмет их отталкивает. А что мне отбрасывает? Непонятно. Ладно, это не тот босс, на котором нужно юзать. Зачетно. Прикольно. Хотя можно было больше взять сердец. Как вариант. О, да, в виде перевернутого креста. Тогда идем направо. Вот почему вы стреляете? Почему он стреляет? Он не должен стрелять. И почему у меня слезы отталкивают? Ну, даже не слеза, а сера. Даже сера. Она отталкивать, в принципе, не может. Ладно, минус. И ты в минусе. Теперь наверх идем. Ну ладно, зато у меня маска хорошо работает. Так, направо. И вот босс. Не понимаю, почему у меня слезы... Ну, Тера серьезно толкает. Хотя она не может этого делать. Так, ладно, тогда заходим. Вот это, вот эта вот херь, она же... Просто. Так, у нас есть вариант, куда идти. В рай или ад? Я был только в аду.
Поэтому, я думаю, здесь очевидно. Мы идем в рай. Нам теперь открыт рай. Да-да-да. Теперь я могу выбирать, куда идти. Теперь мы можем даже с вами открыть карточки. О, пипец тут какуляк. Может, они просто моих слез боятся? О, слышал. Даже два выпало. Ничего себе. Чувствую, сейчас загонял. Ты что, кокульки вытираешь? Он ты кокульки высрал. Да, он кокуляк высрал. Так, активка у меня готова. Активка у меня готова. Осталось только... Что за бред? Почему? Просто почему? Я этого не мог понять только. Ууу, тупые призраки. Ууу, тупые призраки. Много тупых призраков. И? Их еще трое. Теперь осталось двое. Ласт? Их еще два осталось? Откуда этот взялся? Ладно. Эй. Так, монетка. Идем налево. Ну, босса мы, в принципе, тоже быстро убьем. Босса мы тоже, по сути, быстро заберем, потому что там будет Айзек. Немного вам проспойлерил, да? Не знаю, как я в него не закоцался. Притык постоянно. Вот-вот-вот, почему я их отталкиваю? Я их, по сути, не могу отталкивать ничем. Но отталкиваю. Чем? Непонятно. Да-да-да, конечно, ради одной какой-то таблетки я туда полезу. Скелетоны. Скелетоны, скелетоны, скелетоны. Хотя нет, я... Не, Айзека мы убьем. Вот что у нас нету карт, ну этих фотографий, это вот плохо. Ну скоро мы уже с вами, в принципе, закончим игру на самом деле. Где-то еще серии осталось нам. Ну если... Блин. Если не соврать, где-то 50... чем-то. И игра закончится. Ненавижу вот этих червей, особенно когда у меня маленькая дальность атаки. Так, еды. Я не вижу вообще смысла хоть что-то брать. Фу. Да, сейчас бы закоцаться. Такая отвратная комната. Отвратная комната.
плевальщик. И куда мне идти? Вон уже какая комната. Открыл я уже. Ну да, последняя комната должна быть с боссом. Последние комнаты всегда с боссами. Карта. Two diamonds. Two of diamonds. Хера у меня. Ладно, здесь лучше сразу во вторую его форму прятаться, просто в угол нужно. И оно не попадает. Тихо. Успел я. Я успел. Либо можно проскальзывать сквозь его лучи. Еще второй вариант как бы. Победа. Мы открыли новую книгу. Адскую книгу. И плюс новая концовка. Сатанинской Библии. Ну что, вот мы уже собираем черные листки и светлые листки, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.